Всем привет! Как и обещала, я пишу для вас видео со своими топ-10 стайлингов, которыми я постоянно пользуюсь. На самом деле стайлингов у меня гораздо больше, но чтобы выделить топ, нужно делать топ. Окей, здесь я делаю свою выборку, без чего я совсем не могу прожить и не могу круто уложить свою короткую стрижку. Итак, первое – это, конечно же, жвачка Осис. Плюс от Schwarzkopf Professional, она тянется, она очень круто текстурирует волосы и фиксирует их. Вторая крутая вещь, вообще моя находка, это Volume Booster Spray Osis Plus, тоже Schwarzkopf Professional. Эту вещь нужно, по идее, использовать на мокрые волосы, но я ее и на сухую тоже использую. Почему? Потому что она очень круто поднимает корни в разные стороны, у меня торчат волосы, и получается очень стильный художественный беспорядок, вообще вещь, которая меня спасает в дни, когда у меня Bad Hair Day. Третья вещь – это Osis Plus Upload. Это крем для создания невидимого объема. Абсолютно не чувствуется на волосах. Это тоже Schwarzkopf Professional, линейки для мастеров. Но несмотря на то, что он такой незаметный, он дает очень мощный, стойкий, красивый, естественный объем волос. Тоже могу его прожить. И помимо этого, вот самое главное, что все профессиональные средства, они еще и ухаживают за волосами, поэтому он еще и увлажняет. Третья вещь – это уплотняющий спрей. У меня тонкие, редкие волосы, поэтому мне обязательно нужно уплотнять волосы. И я пользуюсь TG Bedhead Superstar, называется Queen for a Day Thickening Spray. Он в виде спрея, распыляется, приятно пахнет, тоже очень круто работает на тонких волосах. Третья вещь, которая меня просто поразила, я не знала, что такое вообще существует, это Osis Sparkler. Это такой спрей, который содержит в своем составе масла и дает мгновенный бриллиантовый блеск. Это тоже профессиональная линейка. Дело в том, что лучше его не использовать, наверное, на такие как бы незафиксированные кудри лаком, да, потому что из-за масел кудри могут распуститься, но он дает потрясающий бриллиантовый спрей. Волосы сразу выглядят ухоженными, красивыми, здоровыми. Что дальше? Дальше моя подружка-выручалочка невидимая тоже. Это Osis Session Label Powder Cloud. Это пудра для волос. Она здесь... в чем ее фишка? В том, что у нее есть дозатор. То есть не как колонка, а как именно спрей, что очень удобно, прям дозировано, четко нужное количество наносишь на корни. И волосы очень круто стоят, то есть стоят так, как ты их поставишь, и выдерживают любую погоду, любую. Вот дождь, снег, ветер, жару. Я это все пробовала на себе, экспериментировала, это прям круто работает. Не могу жить без нее. Еще одна текстурирующая вещь – это гель-воск. Особенно, когда вы хотите, чтобы были ваши пряди видны, да, красивые на стрижке, или там, допустим, выделить цветовые пряди, там, когда балаяж, милирование, не знаю, что там. В общем, гель-воск – это тоже незаменимая вещь. Особенно, ну, вот он называется flex-wax, это wax, да, из-за того, что волосы можно перечесывать как угодно, то есть они потом не стоят колом. В этом как бы и прелесть именно профессиональных линей, в том, что волосы всегда можно перечесать, если вам что-то не понравилось. И плюс здесь очень классная фиксация. Удивитесь, но у меня есть в арсенале мужская вещь, и это текстурирующая глина. 3DM называется, она пахнет мужчиной, очень круто, но это тоже вот из линеек Schwarzkopf Professional. И знаете, я делаю такие классные укладки в стиле undercut, как на мужские похожи, очень красиво текстурирует и дает матовую текстуру. Далее идут не совсем стайлинги, потому что на самом деле это, например, BB-крем, а это сыворотка. Это Банакуровский, тоже Schwarzkopf Professional. И в чем дело? На самом деле, хоть они и пишут, что это термозащита, да? Вот здесь вот видите, какие жемчужинки. Вот этот у меня BB-крем для увлажнения волос. А вот этот с пептидами для того, чтобы спасать мои волосы от повреждений. То есть, ну, как все-таки от нагрева кончики могут сечься. Дело в том, что они дают на сухие волосы просто офигенную, красивую, натуральную текстуру. Поэтому это вот мой личный лайфхак. Ловите, что любой BB-крем для волос можно на сухие волосы использовать как текстурирующий крем. Особенно, например, когда вы едете в отпуск и не хочется с собой много стайлингов брать, достаточно взять BB-крем, он защитит ваши волосы, вот особенно, например, с пептидами. Он от солнца очень круто защищает, когда вот, ну, чтобы не хочется, чтобы свет вымывался, да, особенно на море где-то. Защищает и дает текстуру. Вообще офигенная вещь. Вот он двух. Видите, здесь розовенькое, здесь белое. Выдавливаете на руку дозатором, и там получается два цвета. И вот эти две фазы нужно хорошенько смешать, и тогда они очень классно работают. И мой любимый, это тоже получается не стайлинг, но это натуральное масло, финишинговое масло для волос на основе берберийской фиги. Не на основе, а в принципе с натуральным маслом берберийской фиги от Schwarzkopf Professional.
Oil Team, она тоже очень классно текстурирует волосы, если использована на сухое. А вообще, эту капельку нужно использовать на влажные волосы, и появляется блеск мгновенный, защита, уход и питание для волос. Но я его вот по-всякому могу использовать, то есть это такие проверенные мои лайфхаки. На самом деле, у меня вот здесь есть стайлинги, вот еще здесь, вот тут, вот и здесь тоже, и вот тут тоже. Поэтому, что хочу сказать, я могу, в принципе, делать периодически такие подборки, просто дайте мне знать в комментариях, что вам полезно.